Hello, Amer. Привет, Амер. Как твои дела? Хорошо, как ваши? Отлично. Поздравляем тебя с подписанием контракта с шерифом. Что ты подумал в первую очередь, когда поступило предложение стать игроком шерифа? Спасибо большое. Несколько дней назад я получил предложение подписать контракт с шерифом. Я думаю, и я знаю, что Шериф – это очень хорошая команда. Рад, что подписал контракт. Ты в команде уже несколько дней. Каковы твои первые впечатления? Yes, I'm in team few days, but first impression is very good. Да, в команде я уже несколько дней, и первые впечатления очень хорошие. Здесь собраны сильные игроки. С самого начала все они помогают мне освоиться в команде. Расскажи нам, пожалуйста, о своей карьере. Мы знаем, что ты был игроком одной команды, Сараева. Также ты являешься воспитанником этого клуба. Это была преданность родной команде? Yes, I just play in Sarajevo and I play. Я был игроком только Сараева и выступал за первую команду 5 лет. Преданность? Наверное. Также я играл за молодежную сборную Боснии и Герцеговины. Ты помнишь, когда тебе доверили капитанскую повязку? Да, последний год я носил капитанскую повязку в Сараево. Помню свой первый матч в качестве капитана. Это была игра против Челика. Прошедший сезон был хорошим для меня. Вместе с Сараево ты стал обладателем Кубка Боснии и Герцеговины, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата. Тебе жаль, что чемпионство вы так и не добились. Действительно, за последние 4 года мы выиграли Кубок Боснии. А также финишировали на 2-м и 3-м местах. Это хороший результат, но не для Сараева. Сараево не становилось чемпионом уже 7 лет, а задачи у команды самые высокие. В Шерифе ты надеешься стать чемпионом и сыграть в Лиге чемпионов? Yes, I want to play in Champions League in Sheriff, and I think. Я хочу сыграть в Лиге чемпионов с Шерифом. Я думаю, моему новому клубу под силам это сделать. За Сараево ты выступал в квалификации Лиги Европы. Знаю, что летом вы играли с Боруссией из Мюнхен-Гладбаха. Дома вы уступили 3-2, а на выезде проиграли со счетом 7-0. Как так получилось? Несмотря на то, что в первом матче мы проиграли, игра была хорошая для нас, потому что Боруссия – это большой клуб. К сожалению, в Германии мы проиграли с разгромным счетом. Нам было очень больно, но это футбол. Что вам сказал тренер после матча? Ничего страшного, вы сейчас видели, что Боруссия – одна из лучших команд Германии. Ты уже второй боснеец в Шерифе после Матео Сушича. Вы были знакомы с ним раньше? Да, мы играли с Матео в молодежной сборной Боснии. Сейчас Матео очень помогает мне в Шерифе. Мне повезло, что мы в одной команде. Теперь вы партнеры по команде, играете на позиции защитников. Будем ждать от вас предельной концентрации. Я играю на позиции центрального защитника. Это очень серьезная позиция, но мне нравится на ней играть. Сколько себя помню, всегда играл на месте центрального защитника, поэтому это не проблема для меня. What is your goal in football? Какова твоя главная цель, твоя мечта в футболе?
My dream is to play one big club in Europe. Моя мечта – играть в большом клубе Европы. И я надеюсь, у меня это получится. Okay, Amaya, thank you very much and good luck in our team. Спасибо большое и удачи тебе в нашей команде. Okay.